Слава и признание публики пришли к Марии Кожевниковой с роли охотницы за мужчинами в молодежном сериале. С течением лет популярность актрисы не уменьшилась, но при этом фильмография пополнилась яркими, серьезными, драматическими ролями, позволившими знаменитости раскрыть весь актерский потенциал. Исполнительница не боится экспериментировать, пробует себя в разных проектах, а также не ограничивается только сферой кино. Мария Кожевникова очень активно ведет соцсети, но при этом редко делится подробностями личной жизни и семейными фотографиями. Впрочем, на днях блондинка сделала исключение. Недавно в семье звезды ситкома «Универ» был большой праздник. Отец актрисы отмечал день рождения, по этому случаю селебрити опубликовала серию совместных фото с ним. Блондинка нашла немало теплых слов для родителя, чем растрогала фанатов. «С днем рождения, папа! Я тебя люблю! Не за что-то, а просто потому, что ты есть. Будь здоров, счастлив, бодрый, весел. Кайфуй каждую секунду», — написала знаменитость. Подписчики мигом присоединились к поздравлению, отметив, как молодо и эффектно выглядит именинник.